незвратна, ні вчорашньої. Одні сліди оставив за собою, а в них вопрос звучащий без пристрастия. Чим ми зустрічаємо Господа з тобою, поки не прекратились небо Божие. Спішите, ведь откладывать нельзя. Спішите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спішите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спішите ободрить душою уставшего, для блага ближних жертвуя собой, и пламенные искры сердца вашего зажгут других большой любви огонь. Пока не прекратились непогожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Быть может, тяжкой ношей обессиленный, ваш брат одолевает жизни тьму. Вы сделайте, что можете, посильное, чтоб стало легче хоть чуть-чуть ему. Пока не прекратились непогожие, спешите, ведь откладывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа.